Чуваки, кстати, я не рассказывал, но у меня в этой хате есть телевизор. Правда, не знаю, нахуя он мне нужен. Знаешь, мне так нравится, тут всем не улыбается, знаешь, как будто рады видеть. Давай сейчас покажу. Давай. Здрасте. На родину вали. Солнце, прищик вылез, дай заможу. Эй, погоди, ты уверена? Да-да-да, сейчас все быстро сделаем. Почти готово, почти готово. Нормально? Чуваки, зашел в туалет кафешки, такое ощущение, как будто кто-то смотрит, наблюдает за мной. Странная хуйня. Я, бро, первый раз еще на самолете, очень страшно. Ты же не первый раз уже сядешь? Нет. Последний. Бро, ну мы в Питере, ты тут своих вряд ли найдешь, так что ну хз. Здорово, пацаны, че сегодня по собаке? Я закажу? Да, конечно, бери, что хочешь. Можно мне английский завтрак, шакшуку, французский омлет с рикоттой и глазунью с трюфелем? Немного заказала? Да нет. Я вижу, у тебя все хорошо, да? Салон открыла, дела в горы идут. А я смотрю, ты тоже на месте не сидишь. Спасибо. Бля, чуваки, Влад умер. Так грустно, потому что он не увидит со мной интервью на пушке. Схуяй. Зарабатываешь? А, да, вообще изи. Больше ляма. Так а хули ты тысячу вернуть не можешь? Привет, я Стас. Очень приятно, Азия. Тогда я Европа. Чуваки, я читал, что медитация помогает расслабиться и не быть таким агрессивным. Давайте попробуем. Чуваки, пришел домой к Ави. В принципе, миленько. Так, еще ванну посолить надо. Ави! Тебя почему и дано погодишь? Он тут дорогие квартиры. Ты придумал, что делать будешь? Да, бро, без проблем, все нормально. А? Ну все, кайф тогда. Я домой. Кстати, не понимаю людей, которые не умеют правильно держать ложку. Ребят, что тут непонятного? Просто. Давайте я вам покажу лучше. Короче, снял вот такую квартирку. В общем, просторная такая. Ну, уютненькая, прикольная, классная. Ну вот как тебе в целом? Я теперь с тобой живу. Чуваки, пришел первый раз в спортзал. Приклеили долбоебы. Как же вкусно, бля, как? Кстати, а ты знаешь, что в Китае принято делать отрыжку благодарность повару? Все, Стас, мы улетаем. А, да? Ну мы будем очень скучать, правда. Yes. О, вот я и приехал. Как думаешь, у меня получится? Я уверен, у тебя все получится, от карьера в гору пойдет. Бро, можно тебя переночевать? А у тебя еще немного? Не, немного. Ну тогда залетай. Короче, спать будешь вот здесь. Ави, ты выйдешь за меня? Да. Заебись. Завтра 8 на стройку. Чуваки, с чего вы взяли то, что я всегда один гуляю? Вот, в данное время я сижу со своими друзьями. Слушай, мне кажется, у меня шиза. Да не, бро, тебе просто кажется, все окей. Да не, реально что-то не так вообще. Да нормально все, погнали погуляем. Ладно, ладно, пойдем. Давай лучше я принесу. Ты сама. Аккуратно только, блин. Ты сама.